Здравствуйте, дорогие подписчики. Мы продолжаем серию каток на dota2chaos.com. Надеюсь, что сегодня все будет немножко иначе. Последние разы были не очень удачные из-за того, что мы все тестировали, делали какие-то сумасшедшие просто ставки. Но сейчас будем... Мы уже настолько изучили этот сайт, что, наверное, теперь проиграть здесь будет довольно тяжело. Итак, у меня есть 200 рубасиков. На них я, собственно говоря, сейчас и буду катать. Так, тридцаточка. Я знаю, здесь должно быть все хорошо. Я верю в победу. Главное, хороший настрой. Одна вечно поставленная сумма. Начало, в принципе, неплохое, я хочу сказать. Я, можно сказать, удвоился. А что это за топор такой интересный на Аксе? Столько новых вещей повыпускали, слушайте. Надо будет потом посмотреть, что это за топорик. Что-то я такого не припомню. Это, наверное, из какого-то сета. Скорее всего. Еще одну вечно поставленную сумму. Здорово. Фига себе, я смотрю, сайт закупился этими топорами. Топоры в ходу. Так, одну тридцаточку у нас съели. Ну, ничего страшного. Давайте бонусы прокатаем, а то они у нас без дела тут лежат. 4000 бонусов. Вещи на поставленную сумму, то бишь на 40 рублей. Да. Ух. Вот это приятно, кстати. Вот это... У меня был этот курьер Itzy с unusual с эффектом. Очень красивым. Дорогой был курьер. Я его продал. Но сейчас я об этом жалею. Надо было его не продавать, потому что эффект был действительно редкий. Для... Потихонечку-потихонечку карабкаемся вверх. Сумма денег, вещи. Еще вещи. Хорошо, только сейчас тридцаточку у меня отнимут, потому что это сумма денег, вещи. К сожалению. Ну ничего. Это лучше, чем ничего. Сумма денег, а вот и бонусы. А вот и бонусы к нам подъехали. Так. Ой-ой-ой, 50 вещей было бы очень приятно, но вечно поставленную сумму, в принципе, тоже неплохо. Тоже неплохо. Так. Бодренько стартанули. Опять вещи? Ух ты, ух ты. Кураж Бомбей, ребята. 282 рубля. Здесь еще 80 рублей и здесь еще 80 рублей. Ой-ой-ой, мегабонус прямо перед нашими глазами проходит. Проходит мимо нас. Чуть забыл ставку изменить. Вот черт. Одна вечно поставленную сумму? 20... Нет. Одна вещь. Я думал, 25 вещей выпадет. Ну, на 40 рублей... На 30 рублей это неплохо, в принципе. 3000 бонусов приносят нам... Ну, давай, да... Да-да-да-да-да... Ой... Славенькие... Это хорошо. Еще раз 10, так, и нормально. Вечно поставленную сумму. Отлично. Пополнение, ребят. Ну что же, 3-3-6-6. Довольно неплохая цифра получается у нас. И принесет ли она нам удачу? Она нам принесет 5 вещей. Ну, в принципе, это можно приравнять к удаче. Ведь наша ставка не сгорела. В принципе, это норм. Ничего себе. Вещь за 7 рублей. Гляньте, какие вещи-то выкинули. 10, 7. Обычно там по рублю выкидывала, сейчас побольше. Это так мило с твоей стороны, отдать мне 100 бонусов. Вот, это совсем другое дело. А то мне нравится больше. Стой! Какой ты конченый! 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 Фу, 1750 бонусов. Лучшие, просто случайная аркана. Ну вот просто, чуть-чуть не доехала до нас. Вещей. Больше вещей. Хочу больше вещей. Давай. Трешечка.
Столько крутили, ну вот столько крутили, что капец просто. О, случайная вещь. Давно не выпадало мне такого. На 0.76? Серьезно? Ничего по... 100... Там 100 вещей было. А что я на 30 рублей сделал что-то, да? Фак. Уже обрадовался. Сумма денег вещи. О! Сумма денег вещи. Ребят, смотрим сюда. 502 рубля. Мы сделали это. Выкуси Dota House. Выкуси. Всем спасибо. Ставьте лайки. Пока.